Сумка 42 дюйма, бауэр синего цвета, ткань 1680 ден, вот такая крупная, довольно-таки плетение, плотная, она лощеная, можно протереть, без пыли и грязи следов останется. Да, у сумки получается выдвижная ручка с регулировкой по вылету, два уровня. Прячется, застегивается, если нужно. Такой вот клапан-карман здесь. Есть такая еще сумка черная, красная. Да, ручки получается берем, допустим, за эту ручку и за вторую. И поднимаем, в багажник ставим. Широченные такие схватки. Стропа широкая. Она идет, получается, прошита прям в пол, да, и потом по всей сумке прошивается, здесь еще дублируется. Встречные бегунки, основной большой отсек, размер у сумки, габариты 106, ну вот при закруглении таком, вот скажем, она 110 будет, да, там, в зависимости от наполнения. Высота вот здесь, вот по крышку, вот здесь 60, и глубина вот здесь 53 сантиметра. У сумки три колеса, есть четырехколесная версия, чуть-чуть другая модель. Здесь получается колесо закрывает уголок, в смысле корпус крепления колеса закрывает уголок сумки, трущееся место. Это люверсы, вентиляционное отверстие. Третье колесо, на брюхе полозья, там внутри пластик где-то миллиметра 4, пластик, он такой получается как бы, ну, упругий, довольно-таки основательный, то есть вся конструкция здесь не продавить, вот, но в то же время падает, деформируется и принимает потом первоначально свою форму, то есть видно, что полозья все не прогнутые, строго горизонтально расположены. Да, у сумки карманы есть только внутри. Снаружи получается такой огромный синий кит без карманов. 42 дюйма, это вратарский взрослый размер. Внутри получается у сумки с изнанки есть карман во всю длину крышки сумки. Застегнем, посмотрим. Вот получается у сумки вот здесь с изнанки карман на молнии, вот во всю длину крышки она вот здесь на молнии карман, и второй карман вот из сетки, то есть это огромный карман из сетки, вот такого вот он размера, грубо где-то сантиметров 50 на 40. Тоже на молнии, но карман из сетки. Вот такая огромная сумка в размере 42 дюйма. Синяя сумка Bauer. Да, если нужна доставка, дополнительно фото, допустим, напишите в WhatsApp 950 218 70 42.